Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Пледик восточный, седьмая часть, две абсолютно одинаковые детали. Провязали, проверили полную симметрию и полное соответствие одной детали и второй, что они одинаковые. Итак, две абсолютно одинаковые детали. Из каких блоков они состоят? Один синий, два голубых, два белых, один зеленый, два белых, один синий, один рыжий, один синий, два белых, один зеленый, два белых, два голубых, один синий. Абсолютно симметрично, одинаково. Две детали провязывайте и присоединяйте все увеличивающемуся нашему пледику восточный. Рекомендую каждый раз после того, как вы провязали деталь, сразу соединять ее с пледом. Тогда вам не придется очень много-много этих полосочек соединять сразу, одновременно. Это может быть долго, сложно. Если вы постепенно вяжете, постепенно соединяете, пледик будет у вас расти, вы даже не заметите, как получите готовое изделие. Не забывайте делиться с друзьями, не забывайте ставить «нравится», не забывайте подписаться на наш канал, чтобы не потерять видео. Обязательно приходите на наши бесплатные вязальные посиделки, смотрите плейлисты на канале YouTube, там много очень полезной и нужной информации по машинному вязанию. И жду вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Ваша Наталья Некрасова.